этого референдума? Трудно сказать, какой сценарий выписан в Кремле, такой будет сценарий, и так они и проведут, естественно. Поэтому вообще фактически может, да, может и состоится, но поскольку если эти ДНРцы и ЛНРцы, они, так сказать, по указке Кремля, здесь, соответственно, есть им такое указание, значит, они проведут этот референдум, и все, как и тот, который они проводили год назад. Сейчас немножко пошло по-другому, и поэтому я думаю, что, естественно, так как в Крыму не будет, а просто будет, может перерасти в какой-то затяжной кризис, который, так сказать, с целью дестабілізації ситуації в Україні. Ні в якому разі. Тому що це Кацапетовка. Це я можу в селі такий референдум сам провести. Я думаю, що він може состояться. Тобто, но не знаю, що так буде швидко чи ні. Но зараз, як би я слышала таку інформацію о том, що все должно бути послідовательно, согласно Мінським договоренностям. Тобто, це після той процедури, коли должны бути виведені войска, вооружение, и после этого, когда будет уже нормальная сторона власть, тогда уже можно проводить референдум. А сейчас это рано об этом говорить. Может быть и так, как будет в Крыму, потому что ситуация такая напряженная, и люди настолько разочарованы во всех процессах, что, скорее всего, просто захотят проголосовать для того, чтобы все закончилось. Был в Крыму. Вот на таких же условиях под дулом автомата любое мероприятие можно провести. Я думаю, що він не відбудеться, оскільки я думаю, що наша влада віднесеться до цього відповідально і загальними зусиллями, зусиллями всіх організацій, всіх добровольцев, всех волонтеров, эти все бюллетени будут как бы выучены. Я так думаю, что сценарий референдума как бы составляют те, кто его проводит. Понимаете? То есть с какой целью он проводится. Если чтобы общественное мнение как бы ну, подтасовать создавшуюся ситуацию под общественное мнение, вот, то таков будет сценарий. Я думаю, что он будет проведен успешно.